Вот мы сейчас в городе. Как город, я забыл, ведь называется. Санта-Фе? Де Арреко. Да? Сан-Антонио де Арреко. Вот ты где. Короче, орехи здесь растут. Сан-Антонио де Арреко. Это наш персональный гид, так как сегодня почему-то вот в этот тур мало людей собралось из района, где наша гостиница. Нам предоставили машину персональную, и мы вдвоем едем на экскурсию на машине. Вот сейчас в церковь идем. Сан-Антонио де Падуа. Allowed us Orthodox to assist to the masses without refusing to be Orthodox and making. Oh really? Все красивые фигуры и вообще эти вещи тут, которые находятся, они были подаренными жителями города. Этой церкви старинной 1730 года постройки и привезены из Европы многие, потому что тут многие были богатые люди, которые из Европы приехали. Угу. Very beautiful. The residence of the Pope. This is about very clear, but the building is very old. And another main building is here. Incredible pieces already here. We want to show them.